пришлось вот так прилечь на лед возвращавшемуся в оборону игроку екатеринбургской команды. Бросок 4-1. Все-таки Шмелев добивается своего. И бедный Галкин. Похоже, что да. Честно говоря, тут я вообще не понял, как эта шайба залетела. Подставил Шмелев, и из ямы с песком заходит шайба в ворота, хотя вот там Колидов улыбается шире всех, может быть, от защитника. А, от защитника. Да, да, точно. Ну, вообще, вот представляете, сейчас тут меняет Галкина. Он пропустил 4. А к нему какие вопросы? Вот у меня возникает вопрос, его какая здесь из 4?